Ну, будем надеяться, что будет все нормальненько. Сейчас все дуплится, раздуплится. И все заработает. Может быть, в патче 6.0 уберут эту хрень с багающим лобби. Но это не точно. О, тиммейта дали. Вейтерли. И дольчик. Ветер лист дальчом. Пам-пам-па-там. Кстати, что по народу сейчас? Что по онлайну? 2000. Ничего ж к себе. Да это ж это хорошо, так вот почему-то не ищет никого. Чувак, а чё у тебя один шприц такой, другой такой? Пожалел денег на второй, что ли, нормальный? Ближний бой, то есть можно шприцом кого-нибудь кольнуть, что ли? Некция, которая моментально восстановит 50 единиц здоровья. Ну, это такое себе, тем более, когда сотый ранг у тебя. Непонятно. У нас 87 ранг. Скоро можно взять престиж очередной. Шестой. Шестой, шестой престиж. И бегать с каким-нибудь Ромеро. Или Винфилдом. Потому что нормального оружия не будет. Ну ладно, не впервой. Как всегда, первая каточка. Долгая загрузочка. Долгая прогрузочка. Ну, картинки хоть стали двигаться. Хороший знак. Очень хороший. Ну же. Ладно, пускай первую игру. О, у меня тиммейт-то где? Уже убежал. Нормально, братиша. Я просто грузился долго. Поехали. Как-никак первая каточка. Долгая загрузочка.
Ну, сначала показать, что сюда челики пробегают. А это был зомбик. О, спарка. Попадешь? Тут кто-то визжит, верещит. А, так тут паук. Какие-то странные у него звуки сейчас. Красава. Эй, подонок сейчас наш. Гори. Нормально подгорает. Это фитилек, что ли, наяривает? Блин, ну тут все погасло. Ну прям перед окном, мать твою. Меня бы здесь не шлепнули. Блин, ну сидеть здесь... Хер знает, такое себе, конечно. Я бы так-то на улице побегал. По крыше, как минимум. Что здесь-то сдохнуть можно? Босс у нас один, поэтому все пойдут сюда. Вот только с каких сторон они это будут делать? Непонятно. И там причем челики стрелялись, так вот. Какой финал этих перестрелок, непонятно. Где они все? Так, это кто стрелял, откуда и где? Опа. Так, там дробовик. Там хрен знает что. Оп. С глушака долбит. И где-то, кстати, недалеко стреляют. Я, правда, не понимаю, откуда. Долбят с двух сторон. Там дробовик.
Чувак, я вообще никого не вижу. Ни с этой стороны, ни с той. А, все, увидел. Так, один. Твою мать, попал. Одного убили. Почти. И второго там убили. Почти, почти, давай, давай, давай. Почти докидывает, дружище. А кто-то колючек набросал, кто-то уже есть в здании. Да. В здании уже есть челики. Я не попал. И там еще чувак, и там чувак. Да как вообще мажу? Не пристрелялся. Пока что не пристрелялся. Разучился. Я умер, да. Ай! Много-много народу. Двое там, двое там, и уже двое было в доме. Хреновенько. Ладно, первая катка, в принципе. Это нормально. Было бессмысленно лезть в дом, потому что там шотган внутри сидел. Еще чё-то сегодня стрельба вообще не идет. Сейчас расстреляемся. Все? Вчера не поиграл? Скиллух пропал? Меткость пропала? Надо прокачивать заново. Сейчас все прокачаем. Да, хреново, когда со всех сторон идут. Ни с теми, ни с теми толком никак не постреляться. Убили вообще с третьей стороны. Потому что пока того чекал, пока туда смотрел. Тут уже была позиция хреновенькая. Но тут все равно я не думаю, что выжили. Потому что сидели на крыше. Понял все. Дробашист. Просто не принимает, пошел в жопу сразу. Ждать их. Нахер скипать просто буду. Дебилов. Дробашист. Надо сейчас уже не посмотреть. Ну, он сейчас по-любому в кустах будет сидеть. Стреляться. Мне придется. Я так думаю. Хотя и среди дробашистов встречаются адекваты. Но очень мало. Обычно они сядут и все. Там хер. Какая-то пылишка. Пылишка какая-то. И хер выкуришь. Но ничего. Будем. Надеяться, что он адекватный.
А у него пистолет-то Пакс вроде. Что-то я пистолет присмотрел. Дробаш-то видео, а пистолет чуть не чекнул. Ну-ка, что у тебя? Да, Пакс. Паксевич у него, Паксевич. Погнали. Надо попристреляться, а то что-то вообще не попадаю. Ни разу ни в кого не попал. Ну как, лошадку здесь-то? Прям в пасе зарядил. Утихни, друг. Так, где-то уже стреляются. Мы нашли свинку, да? Лосом. Бля, не попал. Напарник у меня, смотрю, тоже не особо меткий. Так что нормально. Куда-то он побежал. Он решил собрать слева сюда. Там уже у нас мясник получается. Спрятался, кого-то услышал, что ли? Отсвечивает. Ну все, игру он сейчас сядет, хер сдвинется просто. Блять, надо было туда бежать, там выстрел. Ну, напарник сыкливый. Да нельзя просто. Думаю, надо сделать вот так вот. И вот так вот. Как раз отсвечивать не будет. Блять, ну что, верни. А, сразу два забрал? Нормально. Нет, он побежал, чтоб свинью залутать. И не побежать на выстрел, да? Вот опять делаю ту же самую ошибку, то что... Играю в игру этих додиков. Dude, quiet the fuck down, this player's here. For fuck's sake. Пошел нахер, сыкло. Yes, this player's here. Shut the fuck up. Сыкло поганое. Оп. На напарник просто сыт.
Ну, дробашист, в принципе. Чё от него ожидать? Челик с дробашом. Сыкун. Редкостный. Он там сел, он так и будет там сидеть. Хер его оттуда теперь выкуришь. Как я и говорил, в принципе. Попробуем обойдем, может быть они где-нибудь здесь будут пытаться выцелить. Там была спарка. Я слышал спарочку. Они либо на следующую метку убежали, либо где-то здесь тусят. Здесь их нету. А, нет, здесь они все-таки еще. Сейчас мы их чуть-чуть обойдем. Дробовик. Ну вот, сыкло умер. Сыкло померло. И ливнул. Красавчик, красавчик. И тут не я в этом виноват, то что он умер. А виноват только он. Как он меня не слышал, я не знаю. Здесь две пачки. А чё, не спалил, что ли? Как-то так. Ну, парник за рубашом умер. Чё, дробашист? А, дробашист? Не, слышу, что он где-то здесь топает. Так, интересно, это был напарник этого челика или это какой-то другой левый челик? Вот что мне интересно. А это сыкло с дробашом так и будет всегда умирать. Потому что лох. Лох. Надо найти люстру, короче, сжечь. Что-то я не понял, а в того кинул он. То ли не загорелся, то ли я не попал. Ты хрен знает чё. Угу, кто-то там еще акал. Кто-то еще есть. Что кто-то акнул. Вот свинья это рычит, конечно. Отвлекает. Угу. Кто-то в Атамова есть. Так, куда они бегут? Наверное, за меткой.
А дальше пойдут куда они пойдут. Хер просышь, куда они пойдут. Непонятно. Куда они пойдут дальше? Мы попробуем их где-нибудь сейчас выценить. И там опять дробовик. Просто все с дробовиками. Ладно, пойдем дальше. Умрем, так умрем, что ж поделать. Судьба такая. Напарник, конечно, еще тот даун. Спрятался с дробашом и умер. Печальненько это, конечно. Угу, паука убивает. Блин, далеко. Меточку надо взять. Чтобы узнать, где свинка. А я, походу, знаю, где свинка. Блять, у меня напарник попался. Он даже с дробашом не смог отыграть. Лох. В принципе, он так и будет лохом всегда. Мне показалось, здесь кто-то прошмыгнул. Это травинка, наверное, была. Так отобразилось. Ладно, мы идем. Ага, мясо убили. Ну, я, в принципе, рядом с мясом, поэтому я пойду на мясо. Так вот, фишка в том, что меня могут пристрелить там. Женщина, тише. Тише. Они, скорее всего, не будут вылезать из дома, а будут тусить там. Так, нет, кто-то вылез, кто-то на улице бегает. Кто-то бегал на улице. Веточка. О, там мосечка. Кто-то с моськи долбит. Наверное, из окна долбят. Позицию, конечно, дерьмовую выбираем для себя. Так-то. Да, они в доме ходят. Походу, там из окошка стреляет. Моська, вот у второго что за оружие? Непонятно. Паук есть? Тише, дяденька, не плачь. Не попал.
Где тут мой нож должен быть? Ладно, нету. Его поглотили корни. Дереву просто витаминов не хватает. Железо стал употреблять. Нет, нормально. Здоровее будет. Да, ни хрен вылезут. Да и мне туда неохота как-то врываться. А где у нас выходы? Выходы у нас там и там. На какой выход пойдут они? Они пойдут, скорее всего, вот на этот выход. Один взял метку, но он меня спалил стопудово уже. Потому что я был близко. Эти челики уже на выход пошли, да? Так, метка. Ой, метка. Моська. Метка. А с меткой пока что только один. Почему второй не берет метку? Непонятно. Пока что не ясно. Мы пойдем в сторону выхода. Он один идет. Но, возможно, их идет двое. Их идет двое. Только один с меткой пока что, а второй нет. Посмотрим. Хотя он может и один, кстати. Что не исключено. Текс. Мы поглядим. Сейчас попробуем вот отсюда постреляться. Почему-то не хочет пока что подходить. Твою мать. Ну где-то у саплая сидит, да, я так понимаю? Нет, он двигается в мою сторону. Ёпа мать. Вот это я упал. Вот это я упал. Это было больно. Может, здесь есть аптечка какая-нибудь, чтобы не тратить. Некуда тратить аптечку. Кстати, он, возможно, один. Огонь, ништяк. Заткнись. Такс. Он уже рядышком, кстати. А там еще этот идет, чертил. Зомбарь, как обычно, нападет на меня, на первого, конечно. Такс. Блять, тут вот эта херня вся отсвечивает, конечно. Вообще без понтова так. К выходу прямо тут, вот он не хочет воевать.
Ну что, он один, что ли? Я что-то не понимаю. Ух ты, сука. Нет, ну походу не один. Та-та-та-та. Да, место я, конечно, выбрал. Что-то я заблудился с выходом. Похер. Я убил двоих. Мне хорошо, а вот тиммейт у меня эбонат. Здесь уже, конечно, мой косяк. Я не туда вообще побежал. Ух, блядь, в другом месте был. Нормально. Так, мочка. Со штыком. Веспирио. Это тоже, короче, в список этих ебанатов полетел. Веспирио. Дробашист. Ну, животное. Мясо. Овощ. В принципе, я от него так-то ничего не ожидал. То, что видно было, что он с дробашом. А с дробашом чаще всего бегают одни овощи. Поэтому он умер как овощ. А его чисто закопали. Ладно, едем дальше. Следующий охотничек у нас. Хоп. Кто у нас напарничка? С моськой чел. Надеюсь, он с нее постреляет. Возможно, кстати, у него персонаж с фанингом, так как пистоль у него ленточный. Как раз даст там прям с бедра. Но это не факт. А тот челик, походу, вообще один был, который с босса шел. Хотя... Местечко у меня было, конечно, говёное. Там поляна такая лютая. Вот я там и помер, кстати. Я что-то думал, что выход наоборот левее. А он оказался правее от меня. Чуть-чуть заблудился по карте, не туда пошел. Кстати, не почитал, что там за челленджи. Ежедневные, еженедельные. Все кончилось. Значит, туда идешь. Неверкой. Кстати, там могут быть челики так-то. Это он на меня согласен? Прикольно, прикольно. Здесь навряд ли будут челики, потому что он там стреляется не так далеко. Здесь, скорее всего, никто не зарезался. Руки не кинет. Оп. Так. Где дверь? Чувачок, погоди меня-то. Я тоже пострелять хочу. Чтоб потом к метке не возвращаться, сразу ее возьмем. Ну и чё? Прямо целенаправленно воевать идет. Это хорошо. Значит, дурак в кустах сидеть не будет.
Это очень хорошо. Давай, 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 беги. Так, водичка, вот эта вот водичка меня вообще не радует. Так, что там, нашел, кого не нашел? Крадется. Угу, здесь стреляют. Не знаю, кому он тут обходит. Странно, говорит, чувак. Сказал, в кустах сидеть не будет. Он думает, там кто-то останется, если мы так идти будем. Сорян, друг. Сухарики в кармане хрустят просто. Со вчера. Да, мы так долго будем идти. Очень долго. Они уже не только друг друга убьют, они еще и от старости успеют умереть. Бля, там дробовик, мне так неохота на него вылезать. А там какая-то то ли пищаль, то ли хер поймешь, что-то. Блядь, я ворон спугнул. Да, тут без разницы уже. Главное, вблизь не идти. Ну да, тебя-то тут и не хватало. Сейчас они будут на него выходить? Ага. Ништяк, бабочки за мной полетели. Блин, так отсюда спрыгивать неохота. Так, этого дурачка я потушил. Отлично. Бабочки остались. Причем самое интересное то, что бабочки были от меня далеко, но тем не менее на меня согрелись. Так, одного он убил. Да, у него фанинг. Как я и предполагал, в принципе. Второй где-то ходит. Что-то горит. Или это он поджег? Автомат? Надо помогать. Они с той стороны все. Он убил его, не убил? Нет. Бля, туда лезть это страшно. Там дробовичок. Минус дробовичок, наверное. Или нет? Что-то я опасаюсь. Да, походу минус дробовичок. Там был еще один человек. А, он последний оказался. Короче, здесь две тимы, да, отлично. Две тимы. Последние остались автоматчики. Причем они от нас не так далеко. Ну, один там точно с автоматом, а вот второй хер знает с чем. Thank you.
Что там ворону сагрились, я не понял. Там рядом с будкой сидят, они шелохнулись, а эти улетели. Воу-воу-воу. Братья, полегче. Они там шмуляют по нам. Давай сюда, собака. Или это была просто шальная пулька? Да не, я сомневаюсь, что это была какая-то шальная. Это была именно по нашу душу пулечка. Блин, через воды не хочу вообще идти. Местность такая дерьмовая, если честно. Да, еще и по воде. Не, я по бревнышкам пойду. Помирать-то хоть на бревнах, я не знаю. Да, тут еще этих дурачков целая куча. Они уже там где-то стреляют. Не бей. Тихо. Успокойся. Подумай сначала. Что ж вас тут так много? Ага. Значит, еще две команды. А нет, это мой напарник стреляет. Там автомат. Лосиничья трюка. Где они, я просто не понимаю пока что. Надо к напарничку поближе топнуть. Это автомат был в меня или нет? Похоже, что в меня. Этот тук-тук был. Только непонятно откуда. Откуда нахуй? 40 метров. Прям в ебасосину первая пуля прилетела. Откуда он мне дал? Я что-то вообще не курил. Вообще не понял. Как я его не видел? Красавчик автомат. Как он мне дал? Куда побежал, блядь? Что-то напарник странный какой-то, блядь. За автоматом побежал. Жадность фрая разгубила. Надо было убить этого. Сходить поднять меня. Быстренько. И все. Уже вдвоем. Почему я его не видел? 40 метров мне в ебасосину зарядил. Первой пулей. Нет, там не в ебасосину был. Да рядышком. Побежал за автоматом. Вот, что его изгубило. Сгубил его автомат. Автомат сгубил челика, автомат. Не знаю, зачем он вообще за ним побежал. Типа думал, я сейчас там возьму автомат, второго развалю, пойду. Не судьба. Второй уже крысил. Почему я его не видел, я так и не понял. Ну все стоял, чекал. Хуя пуля прилетает. Откуда, чего, куда? Странно? Ну ладно. Едем дальше. 88. Скоро престиж. Ларри! Ларри! Апперкот
Ип. Блядь, стул пододвину. О. Не скрипи, давай, нахуй. Не беси меня. Блядь, стоял, чекал. Чё-то я так и не понял, откуда он мне стрельнул. Ну, походу, он вылез из окна. Блять, туда смотрел, как он вот в меня выстрелил. Чекнул слева. И снова перевелся в правую сторону. Стал туда смотреть, как раз таки, потому что знаю, что там окно. И он может выскочить оттуда. Блять, и мне оттуда как-то прилетает в ебасосин. В общем, я его вообще даже не видел. Странно как-то. Ну ладно. В общем, четко так дал две пули мне. И фишка в том, что он не через там стену, еще какую-то хуйню там не было. Он написано, что через препятствие это убил. То есть я должен был его по-любому видеть. Надо пересмотреть. Может, я, конечно, слепой какой. Хуй знает. Старый слепой, бля. Так, каточка. Отличненько. Че там? Битрейт опять начинает скакать, сука. Что-то мне кажется, не получится стрима. Что-то прыгает битрейтик. Тут-то на 135 есть. О, пацки какие боевые. Уже в дом забежал. Уже забежал в дом, сейчас будет выходить. Надо встретить, как подобает. Да, я не попал. Ой, там зомбарь был. А почему я даже зомбаря не попал? Да как так-то? Непонятно. Да, что-то сегодня со стрельбой вообще все плохо. Да он здесь, ёптать. Даже не понимает, где он.
Я его не убил, но покоцал. А где второй? Второй же, он куда-то бежал в кусты, и вот тот челик убил. А, вот он валяется сразу здесь. Блин, только деньги, да? Патриков не было. Он тоже с дробашом был. Ну вот опять, ну что это, блядь? Вот почему это так работает? Я пробежал, меня все равно зажимают дверями. Будто я в дверь уперся. Хотя я за ней уже стою давно. Пинг рассинхрон. Говно. Собака. Такс, что с трансляцией? Непонятно. Вроде пошла. Вроде бы пошла. Ну, по скатке чекну. Ну, что-то битрейтик прыгает, конечно. Красавчик. Чего? Жилет-то. Во. Пацки оживились. Так вот фишка в том, что у меня патронов нет стреляться. Вот это вот вообще говно. Патрончики. Дружище, я пока этот полутаюсь. Это ж 3 патрона, но это не серьезно. Я потом что, с пистолета стрелять буду? У меня и пистолет говно, а там спарка. Раз попал, а ты упал. Руки. Мыл? А чувак не хочет стреляться, походу. Он все передумал. Такс, здесь... Патрончики на нитруху. Блин, нужен саплай. Очень нужен. Потому что я не знаю, как воевать с 3 патронами. Это такой себе. Блин, а там далеко. Ну, здесь есть, кстати, поближе саплайчик. Вот к нему и пойдем. Не знаю, дойду я до него или нет. Но на парня где-то далеко очень. Вижу заветную лодочку. Не показалось ли там кто-то бежал?
Вроде мне не показалось. Там кто-то чесал. Через воду. В башку получу. Вот это мне не нужно, вообще не нужно. Так, ну патрики уже есть, это хорошо. Теперь нужно пробраться к напарничку. Там вроде кто-то бежал через воду. Или мне уже все просто это мерещится, чудится, кажется, что везде враги. Вот то, что здесь столько этих баншей, мне не кажется. Как я не попал, блядь? Пиздец. Давай. Да, меня сейчас сожрут, нахуй. А ты-то здесь нахера? Ну ладно. Все-таки придется сделать вот так. Потому что иначе я могу сдохнуть, а это нехорошо. Баншей до усрачки просто. Пришел, убил с пульки его. Красавчик, где себе аптечкой? Отлично, все как надо, в принципе. Все как и должно быть. Давай сюда, чтобы в спину не заходили. Так, у нас здесь окошко, здесь у нас дверь, да? Чи-чи-чи-ри-ри-ри-ри-чи-чи. Вот, кстати, патрики. Вот патрики мне нужны. Надо побегать, пособирать. Здесь тоже ништяк собрано. Здесь все, здесь все. И вот тут башка валяется, она так мешает прямо, я не знаю. Ты через нее хер перейдешь, тебя просто так трясти начнет. Ну а что тут, не запрыгнуть что ли? У-ху! Ха! Крысеныш. Где они? Ага, все видел. Так, он в одного попал. Его кто-то добил. Кто-то добил. Ага, еще одного он убил. Блядь, да ты что, угораешь? Нахуя он всех раскидывает. Да нахуй, он всех поубивал. Где ты их видишь-то?
Реально нахрен ни одного не вижу. Не вижу. Оружие валяется с парка. Труп где? Они все на крышах, что ли? Один вот здесь, да, валяется? Да. Бля, чилик вообще жесткий. Вообще никого не видел, бля. Вот одного на крыше видел, а остальных не видел. Только слышно, как они умирают. Ну чё, всю работу сделал. Мне даже пострелять не надо. А еще-то один день, так и не понял. Хоп! Ни хрена себе за прыжочек, нормально отняли. Че ты их сжечь решил? Да я не думал, что кто-то придет. Жесткий, жесткий челик. Пятидесятый. Престиж, еще бы. И он, походу, живет здесь. 50-й престиж, ёпта. Псих. Отвечаю, псих. Просто псих. Ну, кого он нету? Да, наверное, уже и не будет никого. В принципе, мы вначале двоих убили. Здесь сколько? Трое или четверо? Трое, вроде. Навряд ли кто-то будет здесь. Тиммейт адекватный попался. Вот это вот хоросо, прям хоросо. Редкость, редкость, редкость. Большая редкость. Психа. Джи. Джи-джи. Гурке. 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 50-й раунд. Дурила комнатно. Жесткий, жесткий. Я вроде вообще только одного убил. Зомбарь, падла, меня согнал. Хотел на крышу залезть, так. И бежи. Убивать, я думать, сука. Ти-ри-ти-ти-ри-ти. Сколько? Три? Три челика убили. А, значит, тех убили другие челики. Да, одного убил. И он двоих. Значит, этих убили не мы. Не нам засчитали. Текс, 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 текс. 16. Охота взять пулехвата. Шестерочка. Остается десяточка. Ну да, наверное, так и сделаем, в принципе. Вот так вот. А сюда может дольчик взять. Дольчик, дольчик, дольчик. Нужно подумать. О!
Полосочки ништяковые. Да не, наверное, пока с этим пистиком сбегаем. Хотя... возьмем все-таки дольчик. Изгоняем с дольчиком. Да. Что у нас здесь? Винфилд и глушак. Ладно, поехали, че. А, это нормально? Потому что он не подтвердил. Странные вещи какие-то происходят, ну ладно. Я вовремя. Да, чё там по рангу второй? Нож не достал. Долго, долго, очень долго достал нож. Прям супер долго. Нет, там банша ходит. Чё слышишь? Автомат, огонь. Огонь огоньский. Что тут зомбари так шастают? Стал стрелять. Это хорошо. Так, дальше меточки. У нас почему-то в спине метки остались. Нам бы вон туда на нас.
Я б так-то пострелял, сходил, если честно. Выстрели в морду. Или это сделал я? Там, походу, босса убивают. Я пошел туда, там, в принципе, автомат долбит. А у автомата патрики ограничены. Так, кто-то с этого стрелял, походу. С Диринджера, что ли? Или нет, с этого. Сигнальный, да, сигнал куда. Там уже смоськи долбят. Дробовичок. Да, ну в замес мы не полезем, конечно. Дал тычку. Дал тычку. Он его убил, сука. Как? Минус. Еще один остался. Да ну нахуй, ты чё угораешься? Мне просто башку сбреет, если я его поднимать начну. Да. Только вообще откуда-то сбоку убил. Ой, блядь. Обошел меня. Блядь, и все мобы, вообще все они просто подошли ко мне, блядь. Не к тому челику, а ко мне, блядь. Вот, я не знаю, эта игра меня хейтит, сука. Отвечаю, тварь, блядь. Еще напарник так сдох, конечно. Охуительно. На пустыре, блядь. Ну, не знаю, ты когда стреляешься, найди себе какой-нибудь бугорок, блядь, не знаю, дерево, еще что-нибудь. Где можно спрятаться? Нахуя? Ты пришел, встал, блядь, о, вижу, и все, и пошел стреляться. Да пизды, ты стоишь в поле, блядь, в пустом. Сука, найди, где можно спрятаться. Двоих убил. Нахуя прятаться, если можно просто сдохнуть на поле, блядь. А потом, ой, сука, не поднял меня, орак, блядь. Я таких вообще не понимаю. Дауны какие-то, пиздец. Кстати, этот не посмотрел ранг его. Как-то он ёбнутый, отвечаю. Я выстрелил, увидел челика, шмальнул, все, я сразу нашел укрытие, блядь. Бежит, хули с Винфилдом, блядь, в поле нахуй, стреляться встал. Что? Что у людей в голове? Что это за Рэмбо, блядь, я не знаю. Там какой-то инстинкт самосохранения нахуй сразу отключается, что ли? Хуй поймешь. Опять что ли этот даунич? Без ника. Скорее всего опять он. Хотя может и нет.
А может и да. А может хер с ним. Что-то душновато. Напарники душные. Окошко открытия. Я хер знает, короче, блядь. Реально какие-то тиммейты. Ебозавры. Ну, там по закупу видно было, что он ебанат какой-то. Винфилд, пистолет, глушитель, нахуй. Вот не знаю, это начальные пушки. Когда у тебя нету нормальных пух, ты вот берешь такое говно. Ну, с такой игрой, то, что в поле умираешь постоянно, тут, да, тут навряд ли деньги будут на нормальное оружие. Винфилд-то хуй там, дай бог, сотку стоит. А то и меньше. Поэтому на него всегда деньги найдутся. Просто я реально не понимаю. Я хоть и за деревом сидел, но, блядь, оно простреливается. Причем там автомат, хоть его и не автомат убил. Один хер. 18-й. А, так я играл с этим чуликом. Почему мне ник не отображается? Она, короче, перезайти будет. Я не знаю, что-то с никами не то. Ты что-нибудь с игрой не то, ники не отображаются. Блядь. Оп, сука, покусали меня. Ну, здорово. Воу-воу-воу, полегче. Полегче, пиявочки. Не все сразу. Ты с кем там стреляешься? Он зомбаре отстреливает. Пьевки зомбаря съели. Здесь нету аптечки нигде? А, бля, хуй перепрыгнешь. Как обычно. Как сам, да, неплохо. Пока что неплохо. Паучок здесь, надо его выстегивать. Ну-ка, погоди-ка. Дружи, где он тут? Я его пошел, нормально. У него пукан горит. Где он? Опять загорелся. Могу убить пингвин, а он сейчас умрет. Я всю работу. Давай, юзай его. Так, раз аптечка. Больше нет аптечка. Конечно, в доме сидеть. Беспонтовая идея с моськой в доме тусить. Так-то. Тупо развалят кабину. Оп. А, попробуем, чё бы и нет. Давно не сидели. Что-то их как-то далеко поставил. На углу сидеть. Может, кто пойдет? Нахер там кто пойдет?
Все, я все обложил. Ой, блядь. Только что поставил капкан, и эта тупая дура слышала. Нет, надо в него наступить. Иди, здесь еще два. Придурок. Тупорылый, блядь. Боже, какие они тупые. Почему? Почему они за меня играют? Только-только вот. Перед ним, блядь, поставил капкан. Сидит рядом. Слышал звук. Нет, блядь, надо побежать и наступить в него. Блядь, идиота кусок просто, я хуй знаю. Как таких, блядь, рожали, я понимаю. Бля, это зомбарь, я думал, там кто-то идет. Я уж испугался, думал, все. Чердак сейчас отлетит. Я бы так на свинью сходил еще, если честно. Я бы вообще постреляться сходил. Оп! Горы! Оп! Ща потуч! И минус голова. Так, что у нас по выходам? Блин, и выход-то рядом еще вдобавок. Он сейчас сразу на выход побежит. О, кстати, мне убить надо 6 этих безголовых свиней. Hornet. Two guys, two, ten. Чего? Угу. Есть и 10. Не за бревнами за этим. У этого дурака попали. Так, там Спарта. О, братиш, к нам еще с другой стороны идет. Как? Ровно же в него дал. Минус. Еще один где-то, еще один. Угу. I shot behind also. I'm gonna watch behind you. Почему я его не вижу? Я сейчас тех подниму. Ну как тех? Того, точнее. Блять, он его поднял. Мы в жопе, братья. Тычку этому черту, бля. Пробежал, видел. Пиздец, лох. Здесь все, здесь бля.
Да. Напарник мудак, вот отвечаю, мудак. Надо было тех добить, сходить. Потому что один был шот. Не, сзади ведь идут, пойдем стреляться и будем посередине, блядь. Ёбнутый, вот отвечаю, долбоеб какой-то попался. Я там шотнул одного. Можно было сходить и забрать второго. Нет, он просто побежал стреляться с теми, кто сзади. Причем он даже слышал, что к нам идут, и видел то, что я того убил. Блять, он просто развернулся и побежал туда. И в итоге подняли того челика, которого я убил, блять. И они убили нас, нахуй. Ну этого-то лоха, ладно, хуй с ним. Придурок, блять, больной. На всю башку. Ник, сука, не отображается. Надо, короче, перезапустить, какая-то хуйня происходит. Но ник я этого еблана запомнил. Это пиздец. Блять, больной какой-то ублюдок. Я хуя, реально таких дебилов, блядь, первый раз встречаю. Хотя, да хуя дебилов-то встречал. Чего такое со Стимом? Нет соединения. Че за хуйня вообще происходит? Алло, Габен жирный, ты че? Хуево. Очки запотели, что ли? Не видишь, что у тебя Стим не работает? Давай-ка там, подсуети. Жирочек-то свой, этот, тик-тик-тик-тик-тик. Настрой, Стимчик. Нет соединения. Напарник, блядь, конечно, ебалан еще тот. Пиздец. Еще и стрелять-то нахуй не умеет. И думать-то не умеет, блядь. Даун. Тем более, надо было вообще забежать в дом, как минимум. Если уж не пошел того добивать. Блядь, он просто развернулся и побежал стреляться с теми, кто сзади. Где, сука, ум у таких дебилов, блядь? Хотя какой там ум, нахуй, о чем я говорю? Ошибка подключения. Короче, Steam опять упал. Ай, блядь, это пиздец. Перезапустил Steam. Жирный Габен что-то зачастил. Что за дичь? Ой, диспетчер Зудач. Это, кстати, закрыть. Так, Стима в диспетчере задач нету. Тупо опять лежит Стим. Да. Опять упал Steam. Ништяк. Это просто ништяк. Это просто супер. Бля, у меня все игры в Steam просто. Просто все игры стимовские. И во чё зарубиться? Пока Steam валяется. Кстати, тогда тоже примерно в такое же время отвалился Steam. Не так давно он падал.
тоже в это же время. Чего делать? А Steam падает вот из-за таких напарников тупых. Во всем тупорылые напарники виноваты. Стопудово. Я больше ни во что не верю, только в это. Что тупые напарники обваливают Steam. Блин, а что делать-то? Сейчас поглядим. Может, что-нибудь придумаем. Блин, все игры стимовские. Во что играть? Как играть? Непонятно. Непонятно. Да, Steam у всех лежит. Steam лежит у всех. Не надо было его перезапускать просто. Во что нам играть? Объясните, пожалуйста. Пожалуйста, объясните нам. Так, 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 так. Все стимовское, сука. А может быть, так, Epic Game. Сейчас поглядим. Steam. Жирный дядька Габен. Что-то уже не следит за Steam. Все чаще и чаще падает. Жирненький Габен зажрался. Так, Epic Game. Нихера себе, 10 гигов. Это надолго. Это на очень долго, на 10 гигов. Это очень долго. Так, а что мы сделаем пока? А пока. Включить пока музычку послушать. Пока скачивается. Дурас,
что ли, я чуть не орал. Идиотка. Глупая. Чем докараться? Что это? Рекорд. Уа! Фу. Рекорд прекращай. Такую хуйню просто петь, это же дичь. Полнейшая какая-то. А что? Кто? Ты блядь. Фу, нахуй. В ебасосину таким. Что это за песня, нахуй? Я бы таких людей вообще казнил, нахуй. Сажал, блядь. Пиздец какой-то. Что это за песня, блядь? Какие-то пизды страдальческие. Я хуй знает, парни не парни уже какие-то, блядь. Сука, пилоточники ебаные, блядь. Да, но это очень долго, блин. Полтора гигатов скачал. Пока что скачал мало. Мало, полтора гига. Может, Steam ожил? Нет. Не надо было его перезапускать. Не нужно было перезапускать. Ну, а чё забабахать? Вачё забабахать? Пока Steam мёртвый. Вообще, сука, все игры стимовские, блядь. Это говно. Круто, когда песни просто по 3 секунды играют. Супер. Везде обновление. Везде. I'm
решение. Что, блядь, какие обновления? Везде просто все обновляется, да. Сюда зайди, обнови, туда зайди, обнови, здесь обнови, там обнови, тут обнови, там обнови, тут обнови, там обнови. Блядь, заебало нахуй все обновляться, что-то, блядь. Все обновляется, обновляется, нихуя не меняется. Лучше-то не становится. Что там хуйня, что тут хуйня. Смысл обновлять. Для того, чтобы скачать игру, блин, нужно скачать программу. Нужно обновить программу, блин, для того, чтобы обновить игру, но... Хуй мне обновление ваших программ, ёбаный. Тут магазин, там магазин, тут магазин, там магазин. Блять, одни магазины, нахуй, все везде обновляется. Заебет вот это обновление, нахуй. Не нужно каждый день, блядь, открыть каждый этот ебучий магазин, блядь, и в каждом магазине, сука, все обновить по очереди, нахуй. Это вот заебывает вообще. Люто. Там 100 мегабайт, тут, блядь, 50 мегабайт, там 20 мегабайт. Сука, сделай нормальный, блядь. Какой-нибудь патч, нахуй, чтоб взял, как ебанул гига 2, нахуй, обновил, там, фью, исправилось все, блядь. Хуя, еб, по 100 мегабайт, блядь. Тут хуйню добавили, там хуйню добавили. Здесь хуйню убавили, блядь. Другую хуйню добавили. Нахуя? Дичь, дичь, блядь. Симуляторы обновлений, сука. Пизда. Просто никуда не зайдешь, ни во что не поиграешь. 800 миллиардов гигов надо скачать для того, чтобы обновить. Стем, эй, Стем. Работай, Стем. Стем не хочет работать. We'll be right back.
подключение к аккаунту. Восстановить обновление настройки. И загружать данные будущих обновлений, блять, вы что? Ну что, не скачаться, нет? Идет установка основных файлов. Пизда, блять, просто вот вообще ни во что не поиграешь. Одно не работает, другое обнови, блять, третье скачай, нахуй. Вы че, сука? Мракобесы, блядь. Сговорились, что ли, все сегодня? Под выходной-то. Под субботу-то. Начали хуй капать, что ли, по чуть-чуть? Дьяволы, блядь. Я хер знает. Как тут поиграть во что-то? Ни хера не работает просто. Каких нахуй основных файлов, сука? Сезонские талицы. Сезон еблан. Нету такого, блядь? Чисто для разработчиков, чтобы они покатали. Загрузить мобильное приложение. Угу. Хуй на телефон. Игру на телефоне, блядь. На компьютере это нихуя не работает. Еще на телефон хуйню всякую от вас загружать. Хуй отсюда, я. Сыбались. Сука. Бесы, блядь. Пиздец, вот что за суббота сегодня, нахуй? Нихуя ни во что не поиграть. Ну, пиздец какой-то. Окно-то открыто. Читать душновато. Ну, батарея хули. Топить начали, когда на улице, блядь. Жара, ёпта. А ебись, счет придет, охуеешь какой. А то зимой надо было батареи самому греть, нахуй. Натирать их, блядь. Чтоб они теплые были. Я, короче, хуй знает. Что-то сегодня вообще ничего не работает. Так что, я думаю, нахуй, неизвестно. Сейчас еще раз пробну Steam. Sony не заработает. Нет, Steam не работает. Смысл сидеть ждать, неизвестно, когда это все загрузится. А там неизвестно, когда заработает, поэтому, блядь, сидеть и втыкать, блядь, в полосочку загрузки я просто нахую вертел. Так что, думаю, на сегодня усё. Смысла ждать нету. Просто вообще никакого смысла нет. Так что на сегодня завершим это действие. I try.